First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up. Всем привет! Вы на канале InvestBlog by Chris. С вами я, Кристина. И сегодня мы с вами поговорим об обновленном сайте Stepn. Что нового, что они добавили, что они переделали. Кто не открывал, открывайте, смотрите вместе со мной. Мы с вами открыли stepn.com, и сразу же в правом верхнем углу мы увидели кнопочку Mint Now, и нарисован у нас бананчик. Это как раз про то, что они говорили, что если у вас есть знаменитая коллекция Base, да, это те обезьянки, я вам сейчас их продемонстрирую, вы сможете забрать бесплатно свой сникер, свой кроссовок. Для чего они это сделали? То есть у них неофициальная коллаборация с этими обезьянками. На сайте обезьян вы не найдете этой информации. Они это сделали, чтобы привлечь именитых, знаменитых владельцев вот этих обезьян. Сделано очень грамотно, потому что владеют обезьянами, если кто не смотрел, обратите внимание, вот такими вот. Сейчас мы с вами посмотрим, кто именно ими владеет. Марк Кьюбан, Стефан Керри. Знаменитые достаточно люди такие, Кси, даже не знаю, Шакил О'Нил, о, это знаменитый такой чувак, легенда NBA, вот представьте, если легенда NBA зайдет, купит кроссовок, вернее, не купит, он просто бесплатно себе заклеймит и расскажет об этом на всю свою огромную аудиторию. Таким образом, они просто пытаются популяризовать Stepn и привлечь много новой аудитории, вкладывая в это минимальное количество денег. Сделано грамотно, сделано интересно, но получится ли у них это совсем другой вопрос. Джимми Фэллон, телеведущий такой же, знаменитый Tonight Show, очень известный товарищ Фьюче, Timbaland, кстати, люблю его песни, тем известный игрок NHL Дэйвс Брэнд, считается из самых первых владельцев этих токенов, да, хотя говорят, что он успешно продал, но возможно и нет, кто об этом знает. Ссылку на данный сайт я вам оставлю в описании под данным видео, посмотрите, повторюсь, делают они специально, чтобы привлечь именитых вот этих вот людей, и чтобы они рассказали об этом на всю свою огромнейшую аудиторию и привлекли людей, привлекли внимание к проекту Step. И владельцы же данных этих кроссовок смогут первые заниматься минтом. То есть помимо того, что они получат вот этот кроссовок, они смогут минтить, то есть прямо здесь, на этом сайте, подсоединяют свой кошелек и смогут делать новые кроссовки. То есть они будут первыми владельцами знаменитой серии Base в сети эфира, в третьем реалме. Как это, сколько будет стоить данной кроссовки, я боюсь себе представить с учетом того, что сколько стоит данная вот эта обезьянка будут. Но посмотрим, не буду заранее об этом думать. Далее, что еще добавили в данном сайте? Они добавили, что давным-давно обещали, это шкалу сжигания GMT. То есть теперь ты сможешь посмотреть, сколько GMT было реализовано. Это когда ведется фарм GMT, здесь можно будет понять, сколько было уже роздано монеток GMT. А здесь у нас колонка, сколько уже было сожжено. Здесь у нас есть weekly и есть total. Сумма, конечно, внушает доверие, видно сразу, что монет становится намного меньше. Правда ли это? Вот это другой вопрос, да, то есть тут уже интересно. То есть ты можешь посмотреть, это тоже изучить, смотреть, вообще анализировать, как сильно, как быстро сжигаются данная монетка GMT. То есть она GST у нас в неограниченном количестве, GMT, оно имеет ограниченную эмиссию, то есть ограниченное количество. Тут у нас ничего не поменялось. Я ниже опускаюсь к роудмэпу. Было изменение еще в их роудмэпе. Сейчас мы находимся в июне, и на июль у них анонсирован запуск третьего реалма на эфириуме, это уже 100% обозначено. GST на эфириуме будет выглядеть как отдельный токен, то есть отдельный токен GST на Solana, отдельный токен GST в BNB и отдельный токен GST, который будет третьим реалме на эфириум. Сегодня уже по сети ходят картинки, что он там стоит 500, там 1000 долларов за этот токен. Ну, кто знает, я лично не знаю, сколько он будет стоить. Но хочу сказать, чем дороже он будет стоить, там ребята будут дороже платить за минт, потому что вы вспоминаете про шкалу динамического минта. Итак, если GST стоит выше 40 долларов, то есть от 40 до 50 долларов, или выше 50 долларов, вот такая вот 3200% будут идти в токенах GMT. 4000 токенов GMT за минт, за то, чтобы сделать один кроссовок, если GST в сети эфириума будет стоить выше 50 баксов. Это много, товарищи, это прям много. Хорошо, значит, будет GMT больше сжигаться, значит, оно его будет намного больше, и он будет намного дороже. Это интересно. То они еще, также они будут интегрировать свою DEX, децентрализованную площадку, прямо внутрь приложения. То есть теперь вы будете, когда менять в присоединенном кошельке, то есть вы будете менять прямо на их DEX-площадке. Комиссию с этих DEX-площадок они обещали, что будут отправлять на выкуп
кроссовок и сжигания данных кросс. Будут ли они это реализовывать и как они это будут реализовывать, я не знаю, но обещали они именно это. В августе нас с вами ожидает NFT Marketplace Launchpad. Это, по-видимому, у них там какие-то коллабы будут с другими NFT-шными, потому что запуск Launchpad, да, знаете, это то есть запуск каких-то новых проектов, то есть получается на их платформе. В сентябре должна была быть аренда, но аренду убрали. Видим, да, ее аренды сейчас уже нету. Видно, они поняли, что если кроссовок стоит 60, 70, 100 долларов, то никому не нужна эта аренда и даром. То есть никто не будет брать в аренду кроссовок, который тебе будет приносить 1 доллар за прогулку, в лучшем случае. Они оставили систему бейджев, да, это они оставили. В октябре нас ожидает какой-то новый марафон мод, да, то есть на марафон. Давнейшее событие, которое они обещали провести для новичков, FOMO, да, то есть это FOMO, Fear of Missing Out, синдром упущенной выгоды. И новички, которые давным-давно хотели войти в проект, но очень сильно там переживали, что они там опоздали, как раз в октябре, я думаю, тоже будут присоединяться во время вот этого мероприятия. В ноябре они будут развивать свой бренд, и в декабре уже, получается, они переходят на первую фазу. О чем оно будет, будем узнавать позже, когда они будут дальше обновлять свою дорожную карту. Больше, в принципе, сайте ничего не было обозначено, сами посмотрите, полистайте, работа ведется, проект развивается, все, что я хотела смотреть, ждем запуск третьего реалма, ждем новых обновлений, ждем новые, они обещали вообще в июле очень много всего нового интересного, и я надеюсь, так оно и будет. Что еще хотела вам показать, это количество кроссовок, которые сейчас на рынке продают. В Солане это 10 тысяч кроссовок, и в сети BNB это 4 тысячи кроссовок, из них 3500 серые, нижняя строчка, считайте, эпических 24 всего, синих всего 93 и в Солане. Не скажу, что это прям много, то есть по факту очень какая-нибудь крутой анонс, крутой коллаба с каким-нибудь знаменитым спортсменом и разгребут все кроссовки очень-очень быстро, ребят, ну 15 тысяч кроссовок на маркете, это ни о чем. И как я понимаю, минта очень-очень мало, поэтому думаю, с выходом нового реалма потянутся много новых людей, которые все равно будут покупать себе для увеличения количества энергии на своем аккаунте эфириума, будут покупать кроссовки и солановские, и в сети BNB. Поэтому продолжаю верить в проект, кто-то его уже похоронил, в комментариях меня захейтили, мне он безумно нравится, кто против, ну, ребята, извините. А так на сегодня все, не забудьте подписаться на мой канал, жду вас в своем телеграм-канале, с удовольствием там отвечу на все ваши вопросы, ну и на сегодня все, пока-пока!